Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет игра «Симулятор фермера 2018», да. И с модом «Много денег». А так, ребята, чисто от себя я могу сказать, что это божественно. Это нереально очень круто. Когда я, ребята, первый раз вот только начал играть, просто, как бы, знаете, разобраться с игрой, чтобы вам потом хотя бы что-то сказать, я реально обалдел. Графика меня вообще удивила, превосходно здесь все сделано, очень много транспортов, да, блин, я не знаю. Это, ребята, супер. Это супер. Здесь у нас получается настройки. Что у нас здесь насчет графики? Графика стоит еще медиум. Я поставлю сейчас хай, максимальную. Я думаю, сейчас будет вообще превосходство, потому что когда я заходил, я играл, вот видите, на графике медиум, такая средняя. Сейчас графика стоит максимальная. Сейчас вообще будет совсем другой результат, но сейчас, ребята, вы все увидите сами. Плюс. Игра зомана на деньги. Плюс. Игра без кэша. Просто скачивайте, устанавливайте, играете. Все. Ну вот, смотрите, ребята, круто, да? Ну не знаю, как вам, блин, но мне нравится она. Вообще, как нравится. Вот как будто я настоящий вот фермер сейчас взял и поехал. В натуре, вот, ребята, смотрите. Что у нас? Вот все, я просто задний ход включил. Вот так вот, ребята. Смотрите, вид камеры какие. Все, все как надо. Все настоящего фермера, ребята. Все виды камеры, то, что надо, да? Дальше что у нас, ребята, имеется? Сигнал, получается, свет фар, все фары работают, да, дальше мы можем, ребята, поменять вид транспорта, который вы, в принципе, ребята, хотите. Давайте поменяем еще. Пока что все у нас, больше нет, да, ничего. Ну и все, здесь вы должны, в принципе, сейчас уже, как бы, уже играть в роли фермера, но я думаю, давайте, я хочу просто покататься. Так, что-то я не понял, мне надо там, короче, что-то прицепить, я просто... Забыл прочитать, что мне надо было сделать, ребята. Как посмотреть, что мне надо? Ничего себе, здесь еще и выходить можно? Ребята, честно, я не знал, что здесь даже еще выходить можно, только вот что увидел. Но это вообще классно, это вообще супер, да? Как нам посмотреть, что нужно мне делать? А вот, ребята, смотрите, что мы сейчас можем сейчас купить, да? Круто, 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 круто. Есть здесь какой-нибудь автомобиль? Я хочу быть деловым человеком. Чисто гонять на автомобиле, решать вопросы и все. Нету, ребята, здесь автомобилей. Вот такой вот транспорт только здесь имеется. Но все же давайте возьмем вот это вот. За 135 тысяч. Во! Все. Не хочу я быть фермером, хочу быть дальнобойщиком. Все. Goodbye, Америка. Все. Я поехал в дальнобой, ребята. Да. Не хочу, правда, быть фермером. Хочу просто насладиться этой игрой и погонять, ребята. Не знаю, играю я вот совсем недавно, естественно, мне уже нравится эта игрушка. Вот такое вот, да, за считанные вот секунды, минуты я могу влюбиться в игру, в человека. Вот так вот, ребята, да. Возможно, вы скажете, вот, ты еще не видел настоящий график, крутой графики на Android, да. Ну, не знаю, мне нравится эта игра. Вот, блин, да она без кэша, она взломана, да, и это супер, ребята, фермер, да, гоняете и все делаете. Что я вам, ребята, могу сейчас предложить? Давайте, знаете что, с вами, ребята, сейчас попрощаемся, да, к сожалению, мы не поиграли так нормально, в принципе, в сфере фермера, но я сам чисто не хочу, просто хочу, ребята, погонять. А если игра вам понравится, я думаю, вы уже упорно будете играть в роли фермера. Насчет предложения, давайте сейчас немножечко поиграем со звуковыми эффектами, а потом уже завершим наш обзор этой игры.
В общем, ребята, интересная игра. Качайте по ссылке в описании. Это все, и всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. До свидания.